Так, до гидрокарбоночки далеко. Давай тогда сделаем себе генчик. Блин, далеко, наверное, да? Хотя мне в любом случае влево идти. По кайфу, так что. Долго, конечно. Тоже опс. Ладно. Хорошо. Чуть жопа не сгорела. Ой, надеюсь, что союзники затащат катку, потому что я что-то, блядь, ржавый какой-то. Лич Кинг. Да, а вы стрелишь, сядешь. Там для того, чтобы стрельнуть, нужно, чтобы тебе уже пару ножевых сделали. И только при таких раскладах, может, тебя не осудят. Ой, а ну, блядь. Тоже много нюансов. Ну, по крайней мере, у него что-то типа, ну... То есть ты никаких вообще не нанесешь сейчас тяжких. Типа, ну, достаточно все очень просто. Я так, ух, ёпта. В помещении или против ветра пшикнешь и сам ослепнешь. Голос фейк. Ну, по крайней мере. Да, по крайней мере. Никто из вас не сможет махать кулаками. То есть... Ты куда? Что происходит, алё? Самоуправство какое-то, блин. Так, мы идем, наверное, сюда. Так, вы давайте делайте заводики дики. Элиас, МЕ-24. Ксрайт ВПН будущего очень мощный. Быстрый. Умеет обходить сложные блокировки. Поддерживает несколько протоколов. Умеет маскировать трафик. Не будет видно, что используешь VPN. Лич Кинг. Разлогинься. Махать как раз так и сможешь, просто неприцельно. Да я про то, что если человек, который хотел тебя побить, к примеру, и ты ослеплен, то по крайней мере ты сможешь съебаться, потому что ноги-то у тебя в целости, и ты хоть примерно сможешь понять, куда тебе съебаться, да? Ну, как минимум, скорее всего, по тебе попадет меньше. Всем доброго времени суток. Я про это. То есть, конечно же, как бы не хотелось бы, да. Доброго времени уток. Мне очень тут нужен... Блин, придется кликать, короче, отстой. Вот, поэтому все-таки, да... Поэтому, собственно, и тренируюсь Лич с газовым баллончиком. Чтобы... Ну ты прав, но тоже не всегда. У меня бедро сломано было, я бегаю совсем не очень. Ну, блин, ну тогда что завалить только остается чела, да, который на тебя напал. Ну извините уж тогда. Ну тогда как вообще, я ж не знаю. Так, пацаны, давайте сюда на помощь этому челику. Мексов до хрена, сейчас чувствую, опять спам пойдет этого дерьмища. Синергия сейчас будет. Сейчас много массы будет. Еще завод. Подожди. Не понял. В общем, да. Это, конечно, тяжело. Тяжело. Лич Кинг. А что здесь флот может пойти? Хорош. Ты его показал. На крайняк выстрелил в воздух. И это очень у многих, а то бьет желание лезть дальше. Да, я слышал такую историю, что типа... Выстрел в воздух травмата — это такое... Нормальное усмирение. Блин, ну не хватает. МР пропадгриат. Чтобы тебя не заспамили, нужно спамить самому. Хе-хе-хе. Ну отстой. Так, отстой. Бля, ну мне энергии не хватает. Ну а что мне делать-то? А ты что здесь делаешь? Я аж двоих посылал. Так, конечно, во флот надо выходить. Радиус поражения здесь будет типа такой. 15 км. Так, ну чё, давайте апать мексы.
понятно, почему вот этот чел не хочет забить. А, ну понятно, в принципе. О, фарм. Лич Кинг, у тебя там спрашиваю, какой у тебя максимальный рейд был? 1900. 1970, типа... Элиас, мне 24. Хранилище для массы. Копить. Да не, это не очень, на самом деле. Сейчас потратим. Ну, камон, какая нахер арта, ну... Давайте поиграем в эконом... Ну, на Т2 выходить по-любому, быстро. Да, быстро в Т2 завод выходить, раз массы много. И резко в Т3. Массы все еще много. О, чел, ты что-то попал вообще. Бэк. Мне надо, короче, ган делать, отходить. Потому что... Мне здесь надо завод ставить быстренько. Хотел арту поставить. А ты, рофлер, make units, мазафакер, ё-моё. Что ты тут делаешь вообще? Как говорится, да. Так, ладно, Т2 у нас еще, блядь. Сейчас энергии-то не хватит, может быть. Сейчас отойдем. О, нормально здесь. Так, танчики подразобрали здесь немножко. Где файда поним? Так, мне надо... История неудач. Так. Деблера 666. Все, привет. Доброго вечерочка. Вечерочка, здорово. Что у нас по радарам есть? Нет. Уже идет с ганом, нет? Чел. А, или он Т2 сделал себе. Одна история охуительнее другой просто, блин. Соболезную. Блин, ну мы сейчас... Сначала ган надо доделать. Так, ладно, вот эти на паузу. Не надо! А это приглушенный. Я уже настолько знаю хорошо эти призвуки дяди, что да. Так, 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 давай. Блин, в идеале, конечно, было бы зарашить Т2. Прется, прется, козел. Ну, хорошо, что он просто сливает все. Так. Эй, нам нужна музыка. А, энергии все еще нет, не хватает, да? Нам нужна музыка. Это хороший совет, кстати, да? Так, вы, пацаны, давайте сюда. Вы это дособируете. И здесь будем то, что 2 выходить. О! Dead man! I see dead people. ACU, фокус! Уничтожить! Уничтожить! Аннигилировать! Сдохнуть! Он попался, пацаны! Он попался! Сейчас ему пизда! Вот смотри, смотри! Давай иди сюда, ёптать. Ну, слышал, он проебал, что так жесткое. Командующий атакован. Ну, я ему, да, я ему снес столько хп. Только не оверчардж, твою мать, сука. А здесь еще один идет, смотри. Ну, мы его нагнули жестко, типа. Так, нам нужны... Командующий... Я все мексы распаузил! Я не один такой, кто применяет слово дособирывать. Ну а как еще? Ой, бля! Пипец, ребята, такой фейспалм. Командующий атакован. А может быть кто-то мне поможет? Естественно. А, я же оверчардж еще не кидаю все это время.
Командующий. Ох, уго в размен. Да. Она не спасибо большое. Какой фейл? Да. Оверчардж! Спасибо за музон, бро. Бро. Так, не, вот это разбираем. А, сдохни еще. О, Ксандр, спасибо, бро. На. Я их уничтожаю. Да будет музыка. Да. Спасибо за музон, бро. Спасибо огромное. Мегазами, шулерами не играю. Я открываю правду, я их уничтожаю. Так, ветеранство получу. А, тут арта, да? Сюда еще один. Так, мы здесь застопались. Вот эти два на паузу. Какой у меня нубас просто в команде. Вы видите это? А, нифига тут турели. Бля... Так, здесь нужно, надо делать ракетницы. Блять, что это такое? Началось, блин, объемное стучание, постукивание, простукивание. С застукиванием. Нифига он жирный тут. Нет, это не годится вообще. О, вот это плохо. Нихера себе! А почему так? А почему нет по-другому? Я в ахере, если честно. Охереть у чела экономики там. Т3 мексы у него. Все, поиграли. МРП подгря. Чувак боролся. Да я не понял, Эриас, типа. Дойди до него. А как будто бы уже поздно, нет? Там и спам какой-то был просто. Два. Ну нет, это два. Он то три мексы делает, две штуки уже, у него все обстроено. Ладно, давай так вот. Я уже, наверное, его не пропушу. Но я по экономике сильно отсталый. Меня бы не заснайпили здесь. На самом деле, любая хуйня прилетит мне сейчас в голову. Уже Т3 летает, понимаешь? Мне сейчас очень быстро может настать капзда. Но вот Т2 завода делает. А как у него сейер? Да как мне? Что мне сделать ему? Но он отобьется, скорее всего. Райсон Гримайт. Это там Т3 бобр летит? Возможно, да.
МРП под ГРИА. А у вас я ее не наблюдаю от слова совсем. Ну, ГГ чё? ГГ. Да, тут какие-нибудь штурмовики сейчас будут там, по-любому. Ай-яй-яй. Это три штурмачи. Блять, я не знаю. Куча турели. МРП под ГРИА. О, чувак забежал на нижнюю базу Т2, каверми возможно. Да. Тетриген вынесет ему. Два Т3 воздуха. Ой, бля, ну какой же нуба... Ну почему? Ну зачем? Ну как так-то? Ну понимаете, что... Два Т3 мекса на передовой без обстройки и без какого-то сейва. Ну это... Это пипец. Чё за звуки? Ребят, я не понимаю немножко. Это у меня что-то? Что это за... Это телега или что это? Я понять не могу просто, откуда звук. Просто снайп, снайп. Блять, ну это убить надо. Ну ладно, не понимаю, наверное. МРП под ГРИАД. Это тебе мимосы. Картога. Цемен. А-а-а! Пипец. Так, ладно, он будет рашить и тот, скорее всего. Вообще звук телеги был. Тоже слышно. Сергей, да мимосы тебе кидают без картинки. Все, понял, бро. Так у нас Т3 воздуха нет, как мы все еще живые? Мейк торп! Ксандер, верните моего колобка. Да-да-да. Сорямба. Его убивают или не убивают, понять не могу. Его пытаются торпедками убить, но пока... Элиас, Ме-24. Вынесли у него экстракторы Т3. МРП под ГРИА. Ну, Т3 разведку у вас есть. Зашибись. Ну, на самом деле удивительно, что мы живы еще, если честно. Там 100% будет раш и тотем. Какие ж тупые инженеры, боже, я поражаюсь. Мне нужен спам юнитов. Да, фулл Т3 мекс, боже. Не надо таких союзников. Да вообще не говорит. Да что происходит-то, блядь? Ну какие фулл спабы?
Один раз нажимаю! Просто не фабрикаторы, блядь, пожалуйста. Один сделаем, ладно. Не надо фэтбоя делать. Сейчас там и кто-то придет, блин, реально. Я не успеваю вообще. Ну, типа, я супер... Хуёво как-то, мне кажется. МР препод грян. Фэтбой нужен. Толстого МБ? Да, конечно, надо делать. Мне экономики маловато вообще. Я вот сюда много слишком вкладываюсь. Он, по-моему, не делает пока фэтбоя. Генов уже миллиард делается. Фируси и мобильные зины. Вот кто откуда? Тимберлейк или кто это? Не, давайте без этого. Наши воют, хорошо. Это пиздец, ну вот это просто пиздец. Ладно. Главное качать экономику. Читал. Не, может, один арту от ракетов. Не-не-не. У меня есть треводжеры. Вот здесь футбой надо делать. Танки падают под водой. Да, здесь будет. У него вроде нет зашитой от тактичек. Если есть, то звеня из-за диссинг. Просто есть, не увидит, есть. Значит. Есть, есть, попереживаю. Лаги пипец, на самом деле. Чё-то жёсткое. Так, здесь надо тоже вот это делать. МР препод Гриан. Мне кажется, или уже 20 минут. А у вас комы на стороне противника. Да, 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 да. Нам бы, да, реально персиками сюда выйти. Челы без щитов даже ходят. Но мне надо фэтбой, мне кажется, прямо сейчас раш. Вот этот мекс, давай, и все, фэтбой. Ради. Уже 300 масс. Читов в комбинацию войск добавь. Ну да, да. Мы все еще не видим ни херна. Ну вот, блять, ну какого художника 20 минут? Ну серьезно. Ладно, как не сгореть-то, блядь, как не сгореть? Серьезно. Все, надо делать футбоем. Иначе я просто не успею. Давай сделаем реально Т2, Т3 завод. Сколько я буду делать? Долго его? Тоже добавим какие-то флаги, щиты.
Лоль только. А на главбазе есть. Просто тогда вроде внизу можно поставить и тапнуть его 4 или 6 тактиками. Как у вас там пытно все? Я не это самое. Не буду никого снайпить. Энергии все еще не хватает. Так, проблема. О, ну, классные чуваки, Чан. Вот это грид на 21-е с мега-экономикой. Нет, возможно, без него даже будет легче. Он сдох, без шансов. Ты что тут делаешь? Так, нет. Это мы отменяем штуку. Run my bells, run my bells. Командира тоже сюда. Вы втроем, давайте. Ну, давайте четвером даже. Радист. Самая тупая смерть. Умереть от торпед Т-3 танков на 20 минут у врагов на территории. Надо, чтобы он пытался выйти. Но его тут же шлепнут вообще. Бля, сейчас вся армия еще взорвется же. Я работаю на отъебись, как и все здесь. Все здесь. Я работаю на отъебись. Заебись. Минус масс-блокер получается. Бэм. Так, ну тут образовалось много массы. О, почему мне не постоять в, самый, в самом центре карты? Да. Не, это ты прав, конечно, профи. Так таких, таких штук не делать надо лучше. Так, что у нас тут есть? Апаем Максы. Делаем истребители. Делаем вот так. Делаем вот так. 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 Грид делаем. И забиваем. Ты делаешь СМДшку. Кстати, кстати. Кстати, ты тоже делаешь СМДшку. Ты, кстати, тоже делаешь СМДшку. Иначе что? Правильно. Так. Феникс потерпел поражение. А как так-то? Кто там сдох? А, или ливнул, или что? А, это опять наш? Ну хорошо, хорошо. Хорошо. Ну слушай, ну хорошая игра, хорошая игра. Хорошая. Огромный гриб. Может, он добрый? Надо идти. Надеюсь, с рангом все в порядке. Добрый гриб! Мне нравится так играть, в принципе. Все вышли. Давай еще этот лифт. Под водой на миду его тон. И защиты совсем нет на нем. Добрый вечер. Тоже он, подскажите. Полная версия. Спасибо за музыку. 55 наносит удар. Спасибо, Виталь. Все швали моих критиков, моих завистников. Вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени... Точно. Исследовать тему можно спорить. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Привет, Лузя. Шапка, шваль. Привет, шовка. Шапка, шваль. Шваль. Привет, шапка, шваль. Шапка, шваль. Шваль. Уничтожу. Шапка, шваль. Шваль. Шапка, шваль. Шапка, шваль. Вам пишет, как Черик, сможешь вытащить. Алексей Финчер. МБ лучше отдать одну базу союзникам. Кому? Кто у нас там?
У нас один игрок остался. Бери управление, вынеси шансы. Стрелок. Очень хорош толстяк, как Экспо. Не знаю. Говно какое-то. Что происходит? Ты брал? Ты проиграл. Вот здесь идет. Ложь, не команда, а просто еще босс, он сидит там под водой существует. А босс где? А потом я над тобой надругаюсь. Хуин Морган. Лоть. Бля, у нас это перед армией. Поздновато вышел я. А почему ты не едешь дальше-то, блядь? Начальник, 55. Чё, ёлку надо строить? Ёлку, думаешь? Бля, я прям через шаровую иду. Но у нас Треваджеры тащат. Ай-яй-яй, блядь. О, не люблю эту хуйню, когда вот эти забегания ебучие. Пойди нас сюда идти. Нам нужен фетиш еще один. Что еще? Give me the 3, блядь. Еще что-то. Заправки какие-то. Ой, бля, ну это пиздец, бро. Я в ахуе, если честно.
умрет это говнище, нет? О, еще больше бас. А, вот это что ли? Сергей, там и тот наверху. Да. Это чё? Кирпичи? Сталкер 100X. Глянь на экспу на базе верхнего. А, неважно. Так, мне сейчас нужно делать вот так вот. И делать здесь колоссом. Здесь мне надо делать хэтбоем. Не, мне здесь надо делать гены. А здесь надо делать хэтбоем. Так, где-то. Паук все сожгет. Очень начальник, много дохуя массы. 55R. Геймлейдер, ставь, у тебя масса, пиздец. Не-не-не, мы должны заканчивать. Тут база умирает. То, что масса пиздец, да, но мне нужно ее тратить быстро. Бля, мне нужны гены. Начамен 50. С этим согласен. Понял. Читава. Ах, вас решит вопрос. Ой, ебать. Фируси. Может, спутник? Красивый. Не-не, у них. Они сами охвасту делают. Радист. Саня, построй разведку. Тише. Я верю в тебя. Тебе очень много. Очень дохуя всего надо делать. Пайсон Гримайл. А зачем в озеро кинули крейсер? Нужно больше аккумулятора. Энергии не хватает, БП не хватает. Чирик, ядерную доброту. Так, вот здесь надо побольше хуйни. Торпедники есть? Торпедников нет. Элиас, СМЕ-24. Сверху кто-то прошел. Да, мы должны Т3 радар сделать. Подожди, у нас есть? Т3 есть. Так, это говно сдохло. Бля, как же здесь кучно стоят. Так, это все апнули. Массы вообще жду до жопы много прям. Спутник хочу себе. Командира щит обязательно. Т2. Антителе.
На нюку задефать. Надо строить свою арту. Начамен 55R. Чё по ёлке? Надо арту строить. У меня 1000 инкамов всего, ёптать. Замечен пуск стратегической ракеты. А, здесь СМДшка есть? Ебать тут вообще. Куда? Пайсон Гримейл. Они знают, что против них играет один игрок? Не знаю. Как я божественно отвожу, боже, какой же я царь, блядь. О! Разбомбил. Херан. О, принимает бой. Ошибка. А, это все зенитки Т-3. Ну что? Покоцаны? Быстро строится, пиздец. Охуеть, конечно, генов тут. Читава. Е. Да не хватает, да, но я делаю. Контратакуй голосом, где мегалитов разбей. Да-да-да, спасибо. Это вот реально не хватает, просто вот в мозгах не укладывается. Вот у них тоже какая-то хуйня, скорее всего, строится. Вот глаз не хватает больше всего. Так, пацанам надо масса дать. Это у меня 93 тысячи, нихуя себе. Радист, спутником пролете. Вот чекай. Не-не-не, мне надо задефать нюку, скорее всего, я думаю. Так вот сделать. Фафмерми. Здоров. Чекни ЖДС после игры. Ладно, хорошо, бро.
Я надеюсь, не забуду, лучше напиши сам после вот как вот. Череп, так вас и не хватает. Есть. Ёлка строится быстро. Красавчик! Замечен пуск стратегической ракеты. А я заблочу, один хуй. Не, на этот спутник, в принципе, плевать. Все, да. Расчет был правильный, я считаю. Хорошо. Аджес. Не, ну контролар что-то, блядь, мне кажется, немножко плохо сыграл. Есть? Мавра строить будет, ну, скорее всего. Ну, я бы Мавра строил. А, футбой-то выжил? Ай-яй-яй-яй-яй. Блядь, 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 стой. Бля. Ой-ой-ой. Есть? Давай. Я думаю, большая проблема сейчас как раз таки вот здесь где-то. Тут, так, идут нюки. Читава. Спутник вышел. Да, да. У меня есть Радис, какие-то бомбы? Если я правильно помню, у тебя на верхней базе два колосса заказано было. Это ты, блядь, ошибаешься. Я их где-то слил, короче. Так, ну тут он откатится. Тут мы ждем его под реведжами. Масса бесконечна, на самом деле. Мы можем очень много спамить всего. Замечен пуск стратегической. Пошла, ракеты. Родимая. Так, мне надо ассистить жестко. Но он нарывается просто. А я же депо не убил. Нет. А, это наша арта. Фу, я думал, это у них арта. Радист, карбами можешь приклеить немного. Да слушай, не-не-не, мне надо. Давай прорвайся.
А, ну все, Мавра не будет, ребят. Мавра не будет. Все замечательно. Все, короче, все, в экс сливаем и все. Пайсон Гримайл. Может, парагончик? Да зачем? Это уже точно лишнее. Тысячи инкамов в секунду мне реклеймится, если что. СССР. Садом попал. Здорово, сэр. Радист. Возле Нюки Т-3 арка строится. Истребители. Два фотбоя будет здесь, будет норм. СССР. Не пробовал запрет? Запрет? Какой запрет? Массы до хера, конечно. Ебать! СССР. Ну, для кода блока туда. Да, слушай, у меня работает все, слава богу. Замечен пуск стратегической ракеты. Обход блока Ютуба, у меня все работает через VPN. Ой-ой-ой. А, я не успел. Бля, подстава, конечно. Да я вижу, братан, вижу. Радист, я вообще сижу через разрешение браузера. U-Boost называется. Начальник 55R. Ставь арту какую-нибудь хули делать. Ну, экспайм под... Лички. Да, U-Boost. Все, все нормально, нормально. Так, там арта долбит. Бля, как много. Так, птички, что? Начальник 55N, красавец. Прикинь, охуеть, конечно. Да ебучий паук. Он вообще все... Еще немного и усе. Вообще прям рядом с головой пролетело. Замечен пуск стратегической ракеты. Ебать, муфна. Ага, откуда он там взялся вообще? Так, пацанам надо массы раздать, мне кажется. Не понял, почему у меня все еще... Да куда ж ты идешь-то, блин? Есть? Замечен пуск стратегической ракеты. Куда я послал это?
Замечен пуск стратегической ракеты. Но это уже что-то совсем жесткое. А, собьет, собьет. О, боже. Не зря зенитки делаем. СССР. А YouTube бы взял и залупился и сделал оф расширение для браузера или софт для входа блока. Но только чтобы YouTube работал через него. Радист. Ему надо отомстить максимально жестко. Жахнёт елкой по токсичкам. Ну, хорошая игра, мне кажется, знаете, такая прям. С мувчиками всякими там. На, нахуй. Минус спутник, кстати, да? Тэпнулся сакушкой где-то или что? Я слышу саку... А, вот. Я понял. Бам. Фух, когда у меня начало копиться масса, мне какой-то момент подумалось, что все, я не успеваю, вообще не успеваю. Я еще и по экономике вначале проигрывал, я был уверен, что я просру сейчас. Два спутника елку убила, если что. Вот, знакомьтесь, блин, это вот так вот делает этот, да. Это вот так вот елка взрывает все. Ага. Ого. Ой, Саш, ты ювелир. Саша. Нет, только не елочка. Ты ювелир, Саша. Давай круто еще, пока уйдешь в ФК! Лучше в мире заработать! Он умрет! Он выбрал смерть! Да, я вижу, братан. Подожди, а где он стоит? Ты выбрал смерть! Кстати, можем, знаешь, что сделать? Аккумуляторы, пока он так долго тэпается. Самый быстрый антителем. Бам! Не успел. Сделал саку в тактичками. Вот так Сипуку. Выглядит край отчаяния. Сипуку в елку и саку в тактичками, да. Саку с тактичками нормальная тема. Это что летело? Это Скатис летит по мне? Чего? Откуда? Дождь бати дала плевуху молодому. Подожди, это по мне летит Скатис. А, во-во-во, боже ну, мой. Ну, красиво. Ну, нормально, нормально, я считаю, вообще прям. Это на лайк, как минимум. Вот, это даже,